Экскурсия по местам, где редко бывают люди. Ну, то есть, судя по количеству вещей, люди-то бывают, конечно, часто, но не все, а только избранные. То есть, места, где крайне редко ступает нога человека. Электрика. Ну, запасливый местный товарищ. Весьма запаслив, весьма. Запасливый человек, запасливый. Душевно. Душевно. Жить можно, черт возьми. Одного барахла, не знаю, на две мировых революции. Ой, душевно. Ой. Прям склад. Прям. Блин, ну душевно. Это интересно, это один человек все набрал? Или их тут много? А чё, хороший подвал, высокий. По идее, это даже и жить можно. Ну да, дальше идти дольше, тяжелее. Шматья становится меньше. Ну, кабельные операторы. Молодцы. Даже лавки. Даже лавки, даже верстачки, компьютерные стулья. Ну, не знаю, ну жить можно, а? Кабельные трассы. Точно, вот записки Диггера. Гуляй не хочу. Надоело. Интересно. Ну, каждому свое, конечно. Люди-то все разные. Но вот с глубокого детства любил по подвалам и по чердакам лазить. Видимо, и профессия именно поэтому такая. Сама меня нашла. Ух ты. Под ноги, друзья мои, надо смотреть всегда очень внимательно. Будучи в таких местах, всегда нужно внимательно смотреть под ноги. Потому как... Шею свернуть 30 секунд. Полет нормальный. О! Ростелеком, национальный чемпион. Оптика до квартиры. Джипон, так называемый. Опа! Закрываю. Никогда не закрывают. Никогда не закрывают свои ящики. Там пора с них деньги брать, хожу, только ящики за них прикрываю. Красота. Путешествующие монтажники. Ну, еще раз, кабельные трассы. О, вода. Как не против света, чтобы снять, ага. Вода, электрические в дом, да? Сразу же кабельные какие-то операторы тоже сразу же сюда входят. Ну. Ну да, собственно, и хорошо. А, ну да, конечно, надо сказать. И как веяние времени, даже в подвале масочка. Даже в подвале.